Иона, слышишь? О, черт. Черт! Мара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес, надо этим заняться. Иона, я на месте. Иду внутрь, уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Спасибо.
Лара! Ого! Ты только посмотри. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за меткам твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делала. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что после всего этого я умираю с голоду. Кита бы съел. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз.
Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Посмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Не видно его? Нет. Продолжаем искать. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят. Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с одеялами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Извините. Связались с Верховным Советом, командир? Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Disculpe, señorita. Виновата. В первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Son muchos de sus hombres. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Да? Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ее найду. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы.
территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещера. Вот это... Отведи его к руинам. Там уже никто не услышит. Нет, нет, не надо! Ты только зря все усложнил. Вы сами виноваты. Убрать свидетелей. Нет! Прошу! Нет! Давай, работа! Последние слова. Стойте! Я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня... Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Нужно спуститься вниз. Ладно, должно сработать. Отлично. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Все под контролем. Статуя смотрит на ту пещеру.
где-то здесь. Эона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити. Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Что это за место? Нужно найти храм, который ищет Домингес. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, Тринити используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе.
Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот, что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. Иона, я нашла кинжал. На нем есть надпись: «Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению». Тринити не получит ларец. Давай все обдумаем. Черт! Лара, к тебе идут патрульные! Поднимись повыше. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. Они скоро будут. Кто? Доктор Доминик и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Тогда начнем осаду. Да, для этого и нужно подкрепление. Я слышу. Понял. Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Ну, как раз и проверяю насос. Ладно. Как там дела с насосом? Помоги подготовить освещение. Операция «Блокаут» начата. Местных рабочих живых не оставлять. Вот, черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. К нам инспекция, готовьтесь. Черт, не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Кто это там у ворот? Что ж, Инду? Вас лишили привилегий. Командир Рук, это лидер ГАМ. Операция «Блокаут» завершена. Свидетелей. Точка зачищена. Надо спешить. Они уже долго пытались все здесь вынюхать. Ну, кое-что они нашли. Надеюсь, оно того стоило. Да, не надо было лезть не в свое дело. Лагерь — это лидер ГАМа. Где подкрепление? Не надо мне заливать. Сектор зачищен, но нам нужно прикрытие. Наверняка это кто-то слышал. Мы несем потери.
Черт возьми, она на нас охотится! Надо найти ублюдка, который это сделал! Пожалуй, стоит поближе посмотреть. Противник! У меня... Ты дерьмом измазалась, что ли? Я слышу выстрелы. Что, что происходит? Как слышишь? Бегай! Я знал, на что ты рассчитываешь! Нет! Один из нас не уйдет отсюда живым! Надеюсь, на этом все. Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Серебряный ларец. Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это... Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии?
началось. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно. Лара! Я так волновался. Конец всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю. Он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек...
Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них. Найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти. Только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь! Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет.